помочь чем? Походу дело бензонасос надо снимать. Вот. Потому вот, что мы тоже не тянет он. Он сначала накачивает, да? Тянет, да, потом ему давления не хватает. И что надо делать? Ну вытащить этот бензонасос с сеткой, поменять, он там стоит от УАЗика. От УАЗика? Какой УАЗик? От Субару? Не-не-не, в баке, который стоит бензонасос. Короче, я не знаю, там надо разобраться. Вот, потому что это от Субару движок стоит. Не-не-не, там именно в баке, который бензонасос. Ну разбирайтесь. Подъедем, блядь. Погоди, стоп. Давай одну вещь, только ремни. А. Сейчас мы ремни накинем, тебе пиздец. Гандон, блядь. Михалыч! Кто проиграет, тот пешком идет. Бей его тогда, подожди. Эх, а гандон, блядь. Три, понял, Михалыч? Готов? Раз! Куда ты, бля, поехал? Все, мы первые! Пойдем отберем эту технику. Отпусти крюк! Не умеет! А ты умеешь? Я умею, давай! Ну давай! Че, он, блядь, затянут? Он затянут, Сань! О, есть! Давай! Михаил, давай ты подъедь, я за тебя зацеплю, а ты дернешь нас. Нахуй мне туда тащить его? Да не-не, Сань, на пузе. Сань, еще отпусти. Не-не-не-не.
Еще. Хорош. Наедешь мне, наедешь, Михалыч. Давай тихонечко пошел. Назад. Сань, ты вперед. На нейтралку поставь или газуй. Сань, у тебя колеса не крутятся, что? Колеса не крутятся у тебя. Газуй. О, давай. Михалыч, а ты вперед отъедь и дерни чуть-чуть. Чуть-чуть толчком его. Хорош. Небольшим. Давай. О, ну сдвинул его вообще. Туда-сюда, вот так, да, рывками. О! Посильнее чуть-чуть дерни. Ни пизда не стоит. Стой. Дай-ка я попробую. Вообще ничего не видно, Сань. Хуель. Что такое? Нормально. Ой, Михалыч, давайте телефон нам, хотя похуй.